Средняя цена небольшой квартиры в Риге составляет 780 евро за квадратный метр. Есть квартиры, где цены превышают 1000 евро за квадратный метр. А вот в новых проектах покупателю придется отдать минимум 1400 евро за квадратный метр. В прошлом году рост цен на квартиры был достаточно быстрым. Рост составлял около 9%, что более-менее было ожидаемо. Более удивительный тот факт, что цены на новые проекты растут еще быстрее, что мы совершенно не прогнозировали. Это увеличение уже составляет 12%. Решение о покупке квартиры принимается не сразу и выбирается лучшее по приемлемой цене. Чаще всего именно молодые люди не в состоянии оплатить первый взнос за покупку квартиры. Поэтому многие предпочитают арендовать квартиру. Я думаю, что речь идет не о том, что они предпочитают выбирать, а о том, что они могут позволить в этот момент. И если у человека нет первоначального взноса за квартиру, у него нет другого выбора, как арендовать. Это его единственное решение. В этом случае мы довольны решением Altum для молодых профессионалов без детей получить эту поддержку. Swedbank и Altum с 1 марта предлагают молодым специалистам программу гарантий на покупку жилья. В программе «Молодые специалисты» нет условий, что в семье должны быть дети, но есть условия, что нужно иметь высшее образование. Конечно, объединяющие условия двух программ – это стабильный доход, что доказывает кредитоспособность покупателя. Получить поддержку смогут люди с высшим или профессиональным образованием в возрасте до 35 лет, у которых нет детей. Они смогут получить гарантию при покупке жилья в размере 20% от суммы кредита. На стоимость жилья ограничений нет, но размер гарантийной суммы не может превышать 50 тысяч евро. Эвелд Дукуль, Никита Алексеев, Харалд Светцвегер, Латвийское телевидение.